Нужно в течение нескольких, как минимум, лет жизни проводить закаливание, вести здоровый образ жизни, обязательно физическую активность увеличивать. Ну, самое главное – это полноценное питание, это витамины, опять-таки же соблюдение правил личной гигиены, то, о чем я уже говорила, мыть руки с мылом, не общаться с больными людьми. Обязательно прививаться один раз в год, обязательно. Желательно, конечно, чтобы это был осенний период времени. То есть, чтобы у человека успел выработаться иммунитет. Уже проведена статистика, что привитые люди, они могут заболеть, но они не болеют в тяжелой форме и не бывает летальных исходов у привитых людей. Если вы заболели, если высокая температура, желательно, конечно, или вызывать врача на дом, или же позвонить в поликлинику и узнать, что, как ему действовать. И при, самое вот главное, при неотложных состояниях, таких как учащенное дыхание, рвота, спутанность сознания, высокая температура, обязательно вызывать неотложную скорую помощь.